О, какой шашлык-башлык! А запах это вообще. Даже люди проходили по дороге такие: о, где-то шашлыки жарят. Но, конечно, это у нас. Это у нас. А, наши слюни потекли. Как она прожарилась. А кто молодец? Кто такой маринад сделал? Мама молодец. Короче, в этот раз я делала без уксуса. Заливала соевым соусом. Вот, мясо. Посолила, поперчила. Много-много всяких приправ. Немножечко сахарного песка. Вот. Ну, вот попробуем этот рецептик. Аж шампура прогнулись. Какие порции на них офигенные. Мне там, кстати, вода не бежит, помидорки помыть. Помидорки со своего огорода, свой майонез, свой кетчуп, своя аджичка, петрушка, кинза. Сейчас мы налопаемся. Ну, всем приятного аппетита, а мы пошли есть шашлыки.